Последствиями заражения коронавирусной инфекцией могут стать не только потеря вкуса и обоняния, не только поражение легких, но и отложенные болезни, если мы сегодня к этому не подготовимся. О том, как ковид действует на нервы в ближайшие полчаса. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. И дежурный доктор в нашей студии уже у телефона. Это клинический психолог инфекционного госпиталя больницы Середавина Анастасия Светкина. Прошу любить и жаловать. Добрый вечер. Анастасия Александровна сегодня отвечает на наши вопросы. Телефон тот же, 202-11-22. Можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы. Итак, о том, как коронавирус действует на нервы. Есть мнение ученых, что инфекция может проникать в мозг и вызывать депрессию. Ну, в том, что сегодня повышенная тревожность, страхи и даже панические проявления в обществе, наверное, вы не станете спорить. А вот все-таки виноват в прямом смысле слова сам коронавирус или любая ситуация, которая нам непонятна? Ну, к сожалению, так как я не отношу себя к биологам, я не могу сказать, влияет ли напрямую, да, сам вирус на головной мозг и вызывает тем самым какие-то психические нарушения. Но понятно, что сама ситуация, да, сам факт заболевания, да, сам страх от того, что ты можешь заболеть, действительно влияет на наше поведение, на наше самоощущение. Я недавно прочитала, даже есть такой термин «ковидный мозг». Мне очень понравилось. Ой, что это? Это когда условно наша лобная кора ищет в долговременной памяти информацию о том, что же сейчас происходит. Она ее там не находит, да, и, соответственно, у лобной коры нету возможности выстроить какую-то программу совладания с этой ситуацией. Вот, из-за этого возникают все эти неприятные для нас симптомы, да, как снижение настроения, тревога, желание как-то себя обезопасить. Но в нашем мозгу нет не только информации о коронавирусной инфекции, там, наверное, много чего еще нет. То есть получается, что... А вот что все-таки больше всего способствует повышению страха и тревожности? Информационный шум, который сейчас вокруг этой темы, конечно же, есть? Или наоборот, недостаток информации? Информация. Вопрос в том, как человек ищет информацию. Если он ищет информацию в достоверных источниках, то это не должно вызывать какой-то повышенный, опять же, тревоги или беспокойство о том, что с ним случится. Если же это бесконечный скроллинг ленты, да, то есть бесконечный поиск информации везде, получается, что у человека есть информация одна, и потом он находит себе ровно противоположную информацию. Ну, например, ты переболел, и у тебя, значит, наверняка есть антитела, да, и, значит, ты больше не заболеешь. Угу. Потом ты в другом паблике находишь информацию о том, что вот есть случаи, когда что кто-то повторно подобного заболел, да, и что делать с этой информацией дальше. Вот, Анастасия Александровна, а как тогда? Вот вы советуете вообще прекратить читать эти ленты, потому что, ну, я, наверное, тоже могу признаться в том, что бесконечно ищу какую-то вот информацию в надежде что-то позитивное прочитать. Вот именно что в надежде что-то позитивное. Лучше читать каких-то проверенных авторов, да? Пушкина. Да, Сергея Юрьевича. Вот. Искать какую-то проверенную информацию, да, то есть это, например, в нашем случае Минздрав, Оперштаб, да, какие-то рекомендации, которые Министерство Российской Федерации регулярно выпускает, обновляет в зависимости от того, какая новая проверенная информация, например, о лечении заболевания появляется. Я напомню тем, кто только что подключился у нас в эфире, сегодня дежурный врач скорой телевизионной помощи, клинический психолог больницы Середавина, сотрудник инфекционного госпиталя, человек, который работает с весны в красной зоне, Анастасия Светкина. И она сегодня отвечает на наши вопросы по телефону 202-11-22. Наверное, при любой болезни существует определенная группа риска. Существует ли группа риска
при коронавирусе в отношении вашего профиля. Но прежде чем вы на этот вопрос будете отвечать, давайте сначала послушаем зрителей. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, милый доктор, вот у меня такая сложилась ситуация. У меня была температура, я побежал, напугался в больницу. Меня принял один доктор. Я прошел курс лечения, потом меня направили к другому доктору по месту жительства. И мне больничные закрывать лист, на работу выходить. Мне все закрыли, а этот доктор первый не закрыл, она сама заболела. И я не знал, что мне делать. Мне сказали, это юридический документ, и как бы мы не можем вам ничем помочь. И я до сих пор не знаю, что мне делать с больничным листом, хотя я уже работаю 2 недели. Спасибо большое. Ничего себе, спасибо за вопрос. Я не знаю, Анастасия Александровна, сможете ли что-то на него ответить? Ну, ситуация, конечно, для человека, опять же, тревожная, да, непонятно, что происходит, что дальше делать, и, наверное, он ощущает какую-то собственную беспомощность в этой ситуации. К сожалению, врачи действительно тоже заболевают, тоже болеют, и в таких случаях, да, это все-таки решение какое-то, наверное, должно быть именно организационное в поликлинике. К руководству, может быть, главному врачу поликлинике. По месту вашего прикрепления. Не знаю, смогли ли мы ответить на вопрос, но вот... Чем смогли. Что смогли, попытались, по крайней мере. Итак, мы сейчас хотели поговорить, какие же группы населения более подвержены страху, тревожности, психическим, может быть, расстройствам от того, что сейчас вот происходит. Ну, да, действительно, то есть неважно, человек заболел или нет, то, как он сейчас себя ведет, то, какие эмоции он сейчас испытывает, зависит от того, как, в принципе, он, ну, скажем так, жил до этого, как он привык себя вести. Если он склонен оценивать любую ситуацию для себя как опасную, жизнь угрожающую, естественно, сейчас уровень тревоги, да, он у него, конечно, повышен. То есть мы учитываем при, например, даже разговоре с пациентами, каким он был до болезни. Было ли у него сниженное настроение, или это возникло ситуативно, то есть сейчас из-за того, что он заболел. Были ли какие-то другие факторы, да, что, например, мы с пациентами общаемся, а было такое, что вот вы очень склонны к тому, чтобы быть очень ответственным, да, очень переживать за свое здоровье. Бывает ли такое, что, или было ли такое, что вы, в принципе, часто беспокоились? Для пациентов, которые находятся у нас, я выделяю одну отдельную группу, видимо, лично тоже для себя, как-то для меня важно это, что это те пациенты, которые никогда раньше не лежали в больнице, это те пациенты, которые никогда раньше не обращались к врачу и очень этим гордятся. Они, в принципе, сразу говорят, я никогда не лежала в больнице. И, естественно, для них это более сильный психотравмирующий фактор, чем для пациента, который, например, привык, что он может часто обратиться к врачу, да, у него там умеренно толстая карточка, да, он знает, в конце концов, как вести себя в больнице. А это очень важно для любого пациента, вне зависимости, это ковид или это любое другое заболевание. С ними приходится, то есть, тяжелее. Им нужно больше информирования о том, как себя вести в больнице, в какое время, например, обход, да, когда может подойти медсестра и можно ли ее вообще позвать, потому что такие люди склонны, например, не обращаться за помощью. И мы, как правило, в этой студии говорим всегда про взрослых, как-то так сложилось пока исторически. Я сейчас про детей хочу задать вопрос, входят ли они в группу риска? Ведь дети же испытывают страх, когда, ну вот по весне длительно нельзя было идти в школу, школы были закрыты, нельзя было встречаться с друзьями. Опасно ли это для детей? Ну, для меня сложно ответить на этот вопрос. Опасно, наверное, может быть, не совсем то такое слишком, наверное, громкое слово. Наверное, это может снизить уровень их адаптации в обществе в дальнейшем, там, в ближайшее будущее. Но в то же время психика детей более лабильна, да, они быстрее адаптируются, чем взрослые. И поэтому в плане, например, какого-то межличностного общения на них это повлиять не должно. Плюс, естественно, влияет то, как родители подают информацию, да, почему ты сейчас сидишь дома, насколько страшна ситуация за
окном нашей квартиры. Да, если, естественно, это какое-то накручивание, какой кошмар, у нас сейчас вирус, коронавирус, мы все умрем. Вот, естественно, это влияет на психику ребенка в большей степени. Какое счастье, что дети способны проще воспринимать ситуацию, не искать бесконечной информации в ленте. Сегодня в студии программы «Звоните, доктор», клинический психолог госпиталь-больницы Середавина Анастасия Светкина. У нас еще есть время, 202-11-22, это телефон, по которому вы можете задать свои вопросы. А говорим мы сегодня о том, как коронавирус действует на нервы. Ну, давайте в красную зону вернемся, понимая, что вы оттуда почти не выходите с весны. Вот. Пациенты, которые там лежат, насколько нестабильны они вот, в плане психики? Потому что доктора, которые были у нас на эфирах, как раз говорят об этом, что это серьезная ситуация в настоящее время. Я, опять же, всегда говорю о том, что каждый человек, он индивидуален, и каждый реагирует по-своему. Если у него действительно был какой-то неадекватный анамнез, да, то они склонны более ярко реагировать на то, что они заболели. Есть пациенты, которые спокойно воспринимают это. Мы в основном работаем с пациентами, у которых действительно есть тревога, те, у которых нет мотивации, например, в отказе от кислорода, да, или страх. Да, когда есть адекватные данные, что уже пациенту можно отключить от кислорода, да, то есть от кислородной поддержки, он боится. Вот. Mm-hmm. Мы работаем с такими пациентами. Пациенты, которые боятся там, вставать после того, как они длительное время находились в реанимации, да, или опять же на кислороде. Пациенты с паническими атаками, с нарушениями сна, с нарушениями настроения, с теми, кто отказывается от лечения, да, то есть или хочет очень сильно выписаться. Вот примерно то есть, такой набор заявок мы получаем. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Анастасия. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Дело в том, что с ковидом это не связано. Дело в том, что у меня связано, вот у меня МСЭ, заболевание травмы плеча. Я не могу спать по ночам. У меня заболевание позвоночника, я подхожу к врачам, мне говорят, пейте нестероидные противовоспалительные и мазюльками. Вот. Дело в том, что я не могу спать по ночам, потому что я 3 раза за ночь захожу в горячую ванну, мне там немножечко как бы легчает. И как мне быть? А к психологу вы не обращались? Это платно. Можно чем-то помочь, посоветовать что-то? Опять же, просто как человек я порекомендовала бы обратиться за альтернативным мнением к другому врачу, да, чтобы понять, можно ли это болевой синдром, ну, то есть, если это органическое изменение, да, то есть, если это действительно травма, то его нужно лечить каким-либо образом медикаментозно. Что касается помощи с помощью психолога, да, или психологии, то есть несколько техник, которые могут помочь справиться с болью. Я, ну, к сожалению, время не позволяет ее... Показать все? Да, ее как-то, да, озвучить. То есть это обычно техники переключения внимания с боли на что-либо, опять же, на восприятие чего-либо. Или же я вам рекомендую просто ввести в строке любого поисковика ну, что-то вроде психологические способы справления с болью. Я думаю, что вы найдете ту технику, которая вам поможет. Если нет, то ну, просто позвоните завтра в больницу Середавина, в колл-центр, который занимается обработкой звонков по поводу пациентов с ковидом. Угу. Мы чуть позже покажем номер горячей линии. Да, и врач, который там находится, он меня пригласит, и я с вами просто поговорю по телефону и назову более конкретные техники. Давайте сделаем так, чтобы я подумала и почувствовала, что я вам помогла. Спасибо большое, Анастасия. И еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Уважаемая Анастасия Александровна, у меня такой вопрос. А в народе ходят слухи, что вот эти цифры заболевших ковидом, как... 142, 145 человек.
Это недостоверный факт, что больных намного больше. И еще один вопрос. Если я поконтактировала с ковидным больным, я почувствую первые симптомы. Спасибо за ответ. До свидания. Спасибо за вопрос. Второй вопрос не до конца расслышала. Сколько после заражения, как можно быстро почувствовать симптомы? Ага. На первый вопрос по поводу достоверности цифр у меня нет никакой информации, потому что я не занимаюсь статистикой и обработкой случаев. Слухи, опять же, повторяюсь, это разница в подаче информации. Есть одна информация, потом человек читает другую информацию, естественно, у него возникает вопрос, а что правда, что является действительностью. Дальше. Для вас просто, наверное, подумайте о том, вам эта информация, что изменит в вашей жизни. И второй вопрос по поводу того, как скоро появляются симптомы. По различным данным в литературе это от 2 до 7 дней. Где-то есть информация, опять же, о том, что это до 2 недель все-таки. Ну и не факт, что после контакта непременно человек заболеет, ведь это тоже, да? Не факт. Как раз к первому вопросу, который я вам задавала, что страшнее, правда или наоборот, просто шумиха вокруг этого. То есть, ну да. И если честно, мне кажется, может быть, даже здесь ложь во спасение, я вот о себе сужу, мне было бы лучше думать, что на самом деле нет, все не так страшно, чем услышать какие-то большие цифры. А мы возвращаемся к тому, что люди, находящиеся на лечении, очень нестабильные психически, испытывают различные страхи. А насколько это все-таки мешает докторам выполнять свою работу в плане, это осложняет излечение? Да, осложняет. Да? То есть если пациент регулярно плачет и предъявляет жалобы, которые не соотносятся с самим течением заболевания. Естественно, если пациент отказывается от лечения, это очень мешает лечебному процессу. Пациенты, которых мы вынуждены задерживать, если они боятся отходить от кислорода или боятся выписываться из больницы, это просто напрямую влияет на то, как врач работает. Ему приходится больше времени тратить в грязной зоне, да, на, опять же, убеждения, разговоры, на то, как оформлять в итоге документацию в том числе. Какие методы, вот если сегодня врачи по крупицам собирают информацию о вирусе, он новый, меняют опытным, даже где-то путем вырабатывают схемы лечения, то вы, приходится ли вам применять какие-то новые методы, и новое ли это явление в вашей работе? Немножко про врачей все-таки оговорюсь. Да, крупицы информации – это как-то уж прям совсем. У нас есть рекомендации, которые регулярно обновляются, с которыми врачи знакомятся. Плюс у нас высококвалифицированные специалисты, они регулярно читают информацию в зарубежных журналах. Она, к счастью, доступна сейчас. Поэтому я за наших врачей в этом плане абсолютно спокойна. Что касается психологов, когда мы изначально готовились к тому, чтобы оказывать психологическую помощь в красной зоне пациентам, мы пересмотрели, опять же, информацию, да, от наших коллег сначала из Китая, да, потом из Европы, каким образом пациенты реагируют, какие больше с ними у них и с ними проблемы возникают. Для себя мы сделали вывод, что если это переводить на язык нашей отечественной психологии, русской, да, то есть как мы пользуемся, это психология совладания с кризисными ситуациями. Да, то есть это ситуация кризиса для пациента, практически чрезвычайная для некоторых ситуация. Там есть определенные техники, которые мы просто дополнительно добавили в свой арсенал и применяем. То, к чему вы готовились, оказалось точно таким же на деле, или все-таки что-то еще пришлось добавлять? Может быть, какая-то поправка на менталитет. А так, в принципе, все то же самое. Я сейчас хочу, чтобы наши зрители еще раз посмотрели сюжет. Это к вопросу о том, куда звонить, куда обращаться, если не знаешь, куда. Смотрим на экран. Thank you.
Помочь всем, кто в этом нуждается. В Самаре на базе 15-й поликлиники открылся координационный центр по оказанию помощи больным с пневмонией, ковид и ОРВИ. В ежедневном режиме с 8 утра до 8 вечера, без выходных, здесь принимают звонки на горячую линию от жителей области, которые почувствовали недомогание. Операторы расспрашивают, какие признаки болезни у пациента, и заполняют на компьютере специальный опросный лист. Информация направляется в медучреждение региона, за которым закреплен пациент, где принимают решение, прислать ли к нему скорую помощь, участкового врача или достаточно консультации по телефону. Этот центр призван был создан именно для того, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи данной категории жителей Самарской области в части максимального его охвата, а также координации деятельности всех медицинских учреждений, скорой медицинской помощи, стационаров и прежде всего амбулаторного звена поликлинического по лечению и наблюдению за данными пациентами. Проблемы дозвониться до центра нет. Звонки принимают 30 специалистов. И хотя направлена в первую очередь помощь на тех, кто заболел коронавирусом или пневмонией, без консультации не оставляют ни одного пациента. Спрашиваем пациента, как ваше состояние, как ваша температура. Пациент нам все рассказывает. Собираем его информацию, куда выезжать должна бригада наша. Координационный центр сформирован по распоряжению областных властей, чтобы каждый житель имел возможность быстро получить профессиональную консультацию врача и понимал, что его не оставят наедине со своими проблемами. Телефон горячей линии, на который можно позвонить, указан на экране. В дальнейшем в центре планируют запустить телемедицинские консультации. Насколько важно открытие вот такого проекта, как вы считаете? Я считаю, что это очень важно. Это позволяет оперативно реагировать на жалобы населения. Это раз на действительно необходимую помощь, которую можно оказать. Да, это позволяет регулировать приход врача к пациенту, да, скорую помощь. Аналогичная линия горячая создана Минздравом в Инстаграме. Я думаю, тоже многие знают. И ВКонтакте. Это тоже очень помогает, очень много положительных отзывов. Насколько мне известно, вы сотрудничаете вот с этим проектом, да? Какие чаще всего бывают вопросы? Куда обращаться? Да, есть вопросы общие, да, то есть куда обращаться, про препараты, чем лечиться. Есть, конечно, более частные вопросы, да, то есть нахожусь дома, там, с температурой столько-то дней, что делать дальше? Про больничные тоже достаточное количество вопросов. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии Анастасия Светкина, клинический психолог инфекционного госпиталя больницы Середавина, 202-11-22, телефон в студии, по которому можно задавать ваши вопросы. Мы привыкли к тому, что медики нас лечат, нам нравится это или не нравится. И очень часто мы забываем, что они такие же люди, как и мы, что они тоже болеют. Так вот, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что сегодня многие медики испытывают стресс от того, что чувствуют себя бессильными и считают, что не справляются с какими-то ситуациями. И, наверное, они из-за этого тоже подвергаются стрессу. Да, нагрузка на психику врачей, медицинского персонала всего, она сейчас очень велика. В том числе, опять же, для тех врачей, которые не сталкивались раньше с таким заболеванием или, например, в принципе, с тяжелым течением какого-либо другого заболевания. Врачи, которые сталкивались раньше с тяжелыми минопациентами, они все-таки как-то более адаптированы, да, к этому, чем пациенты, которые вели других пациентов, чем врачи, которые вели других пациентов, более легкого профиля. У людей, которые не имеют медицинского образования, пандемия вызывает страх, тревогу. Мы боимся заболеть, а врачи, они боятся? Ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, кто-то может это переосмыслить для себя с какой-то стороны, да, что я врач, я знал, куда я шел. Я напоминаю, что врачи у нас все военнообязанные, и многие врачи, в принципе, пандемию сравнивают именно, да, с войной и военными действиями.
И поэтому для них это вот это более как-то, им это больше помогает, да, понимание, что они врачи, они знали, на что они шли, и поэтому они теперь работают, потому что они должны. Тем, кто не справляется, да, мы стараемся оказывать психологическую помощь, либо они находят какие-то выводы для себя сами. В красной зоне вы же наверняка работаете с пациентами только с теми, кто нуждается в вашем вмешательстве, правильно? Не будут же со всеми. А что касается медицинских работников, вы регулярно как-то проводите с ними беседы, тренинги, не знаю, или нет? Или тоже с тем, кому это необходимо? Вначале, когда мы определили для себя два направления, это работа с пациентами и работа с медицинским персоналом, мы действительно организовали тренинги. Но из-за того, что риск заразиться у медицинских работников, общаясь в кругу выше, мы это перевели просто, опять же, на личное обращение. То есть если врач чувствует, что ему нужно, то он к нам обращается. И мы ему помогаем уже индивидуально. Где-то по телефону, где-то, может быть, это встреча. Иногда хватает простого выслушивания, да, и сочувствия. Анастасия, а есть какие-то примеры, когда действительно работа над своим страхом с вашей помощью помогала человеку справиться с тем, с чем в противном случае бы он не справился? Какие-то чудесные истории исцеления хочется нам, конечно же, услышать. Чудесные истории исцеления, наверное, так сразу не вспомню. Была у нас одна женщина, которая решила, что ей нужно срочно выписаться. Она собралась домой, собрала все вещи с родственниками, она не давала связаться. И одна из моих коллег к ней пошла, с ней поговорила, обсудила, проинформировала ее о том, каким образом будет проходить дальнейшее лечение, что сейчас, наверное, рано, что, возможно, опасно, если она сейчас выпишется и заразит кого-либо еще. После того, как она вышла, коллега почувствовал себя немного не справившейся, потому что на тот момент женщина настаивала на своем. Но буквально через 2-3 минуты к ней подошла врач, которая следом за ней зашла в палату и сказала, она, говорит, успокоилась, разобрала вещи и легла. Вот, наверное, может быть, вот такой случай. Но пациентка накануне не спала ночью, то есть, возможно, это вызвало какую-то повышенную активность работы коры головного мозга. Но после того, как она выговорилась, после того, как ей объяснили, дали какую-то информацию, она успокоилась, поговорила с родственниками и долечилась, все было хорошо дальше. Анастасия, вот вы помогаете тем, у кого страх, тревога и беспокойство, и, наверное, вряд ли вы помогаете тем, у кого, наоборот, чрезмерная беспечность, кто не считает, что меры безопасности необходимо принимать и так далее. До нас такие пациенты доходят редко, да, если врач действительно оценивает. Но это вот тот случай, когда пациент отказывается от лечения, да, с такими работаем. Что касается, в принципе, это называется, опять же, состояние, нарушение критики к своему состоянию, анозогнозия, отрицание своего заболевания. Если попадает, то работаем и с такими, преимущественно, опять же, тоже информирование. То есть, что происходит, каким образом, что человек может ожидать в результате, если он не отнесется серьезно к своему здоровью. Поэтому, если такие пациенты есть, то обращайтесь. Как человек, который видит, насколько действительно грозное заболевание и насколько не терпит оно беспечности, что вы могли бы сказать людям, которые, в общем, пренебрегают сейчас средствами защиты, не хотят носить маски, перчатки, обнимаются, целуются при встрече? Для меня это сложно. Каждый несет ответственность сам за себя. И если вы не носите маски, пренебрегаете средствами индивидуальной защиты и в итоге столкнетесь с этим заболеванием, да, то, опять же, это ваша ответственность. Медики, конечно, окажут всю необходимую помощь, но все-таки будьте ответственны сами за себя. Не только за себя, к сожалению, человек может не знать о том, что заражен, и тогда он действительно уже бывает опасен для окружающих. Анастасия Александровна, огромное спасибо за то, что пришли к нам в студию. Оперативно, быстро собрались. Вам удачи, успехов в вашей работе. А со зрителями мы увидимся ровно через неделю.